Одним из главных задач у нас не в том, чтобы тушить пожары, а не допустить пожары. Не в том, чтобы ликвидировать паводковые ситуации, а не допустить. У нас с вами отработаны в одном и в другом направлении планы. Мы провели довольно серьезную работу по противопаводковым действиям. И прошу это всех учитывать и очень серьезно на эти направления влиять. И постоянно на тех или иных направлениях опасных противопаводковых вещах проводить уже свои мероприятия силами там уже населения, сельских поселений, там, коллективов, там, молодежи и так далее. Ну и по пожарам то же самое. Одна из самых главных задач здесь – это работа с населением.